Всем доброго времени суток. Всем привет. С вами Александр Ната. Продолжаем играть НЕК. Прилетели в шахту, где Виктор нашел какую-то хитрую дверь, которой НЕК у нас является ключом. Кстати, стены какие? Всякие разные. Надо на ощупь все попробовать. А-а-а, паук! И чего от него ждать, интересно? А, как они шуршат противно. Ой, плюются еще. Гадости всякой. Оу-оу-оу. Ау. Эй, но не так. Для антуражу. Пока вообще не понятно. А что это такое? Что это такое? Да, это просто камень. Ага. Хош-то да. Хе-хе. Бам. Не бьется. Вот, смотри, вижу, кажется, нет? Нет. Нет. Странно. Ладно. О. Ну вот, хоть немножко увеличился. Вот. Ну тут-то видно хорошо, он светится. Да и тут ничего такого интересного. А, от янтаря. Проем этот, поэтому нормально видно было. Пошли. Ой, там какие-то. Это мыши, что ли? Или кто это? Летучие мыши, видимо. А как они там оказались? Ой, какая прикольная. Да уж, прикольная. Ауч. Ага. Ну-ка, дайте нам секретный проход. Еще две. Угу. Там... Я вижу. Оп. А как ты по нему попадаешь? Нормально. Ну ладно. Я, правда, труп. Спасибо. Зачем ты от меня убегаешь? Бегаешь с какой целью за мной? На всякий случай. Приобнять. Эгей, канали! Выходите. Не, не выходите. Сидите по углам по своим. Реликты только покидайте, а потом уходите. Да, много. Опа. Ой, да ладно. Мы дальше прыгали. Там внизу что, гоблины? Нет, их уже давным-давно нет. Зато есть другие твари. Куда более опасные. Я в стену била. Другие твари более опасные. Так, тоже падает вот это? Думаю, да. Я ей займусь. Хорошо. Молодец. Брачненько тут тогда. Да. Нет, в смысле мультяшно, но как-то так. О. О, хорошо как. Подрастун такой. Круши, ломай. Ух ты, ага. Тоже технология. Мы направляемся в активную часть шахты. А,
А, сейчас драться будем. Нормально он. Взял у нас, покидался. Ну-ка, ну-ка, стенки. Открывайтесь. Не хотят. Ой, я думал, обоих заденет. Ну ладно. Сэкономил, называется. Ау. Ой. Это тебе. Спасибо. Падает, нет? Хотя не должна, по идее. Ну, вроде да, вроде не падает. Здравствуйте, товарищи работники. Опс. Ух ты. Такая скорость у него, у этих штук. Круто. Все, хватит. Пока что. А я больше не могу. Ну, в смысле? Ну, еще можешь разочек. Не, не буду. Ага. О, нет, не о. Так, стоп. Вот. Ну, это так. Янтарь. Фигня. Ну-ка, сюда. Понятно. Опять с бомбами. А, нет. Хе-хе. Опа. Ловкий. Вот стена, так и просилась разбить ее. Так, пошли дальше. Вроде ничего. Угу. Ага. Ох, у него бревно. Он палку взял. Все, я его нашпиговал хуками. Сейчас я его. Хорошо. Ой. Опс. Не то сделала. Ну ладно. Как там у тебя? Все хорошо. Еще есть желающие? Есть. А, черт, задел. Я так понимаю, сейчас меня уменьшат? Ага. Похоже, механизму лифта не хватает реликтов. Отсыпьте. Нет, ты не мог бы снова его запустить? Угу. А можно я не буду его спускать? Все, отсыпем. Так, ладно. Забирайте. И тебя так сдули. Так, стенки все проверили? Вроде... Ну, я так походил немножко, вроде ничего. Ну не да. Видно. Все, пошли. Тут уже я смотрела. Это с бомбочками и с этими. Ну да, два друга. Опс. Решил потратить, но как-то второго отпнули в сторону. Так, ну пошли дальше. Я. Ага. Так. Вот так. Это он неужели не поддается? Поддается. Я слышала, как вы тут топаете. Чего? Опять распинали сами, а потом я его
Так а ты бы сказала, сейчас бабахну. Я бы его не трогал тогда. Ну хорошо, буду говорить. Я думал, сейчас ты левый, я правый, и все пучком. Стоп. О, вау! Да, Лукас. Именно так и работает шахта. Убрать землю, очистить структуры, забрать реликты. Семья Виктора веками строила шахты. А зачем силовые барьеры? А, некоторые существа очень злятся на них из-за добычи реликтов. Не отставай, и надеюсь, мы их не увидим. Ха. Ой, драться сейчас. Ты уже пошла? Бахну! Сказал уже, когда бахнула. Ладно, я сказала. А что это у нас тут? Ага. Вот. Ух ты! Сейчас булыжником. Да. Бомбочка. Оп. Странно. Я был почти уверен, что можно пробить. Упс. О. Ого! Ау. Ну. А, я его не видела даже там. Вот они тебя. Ага, из-за края. Гад. Как-то. Уже здесь? О, трактор. Стоп. Впереди страж. Ого. Ого. Это как раз... Так это поди, сородич. На-ка. Это как раз те, про которых он говорил. Лучше бы не сталкиваться с ними. Не думаю, да. Бей. Он бежит на меня. Это простой. Ну и что? Паник немножко разбил. Ничего не вижу. Короче. Хорошо. Здесь со всех сторон закрыто. Ай-яй-яй. Понятно. Ну, зато теперь знаем. Ну-ка, вправо. Тоже там так же закрыто, да? Да. Ну, нам наверх туда. Упс, чуть не упал. С бочкой? Там две бочки, смотри. Ха, хитренький какой. Ай! Уходи оттуда. Отдай мой! Я тебе следующего отдам. Я следующего не хочу. Все, подловили. Негодяи. Истеричка. Так, так.
Там трактор, да. Да, как? Бы. Никак. Я не вижу, по крайней мере, способа. Я тоже. Есть. Уходи! Уху. Еще. Ай! Еще? Нет, кончились. Ну что? Ну, я ничего не вижу здесь. Да, меня опять вот. О, этот все еще сидит. Ладно, я расскажу тебе все, что знаю. Ну тогда, откуда берется оружие? Вот как все устроено. Мы добываем реликты, а время от времени прилетает Гандахар на своем корабле. И мы торгуемся и обмениваем реликты на оружие. Я не знаю, где он живет. Мы просто ждем. Какой у него корабль? Сложно объяснить словами. Лучше посмотри сам. О, нет. Ого. Да. Происходит. На Локи похож. Да, похож. А чё я-то? Я маленькая, меня нельзя трогать. Ау. Ау, ау. Да чтоб вас. Ах. Не надо меня лечить. Буду страдать за них. Это было на их совести. Страдать мы будем оба. Ты только посмотри. Мы добрались до места, где Виктор нашел свои гигантские реликты. Угу. Распотрошил их просто. Оу! Ну иди сюда. А дальше? Ха-ха-ха. Бочками швыряться идет. Ага. Дурак такой. Подожди. Да ладно. Оу. Ой. То есть не перепрыгивает, что ли? Нормально так. Гад. То есть он вообще камень перепрыгнуть у меня не получилось, по крайней мере. В лоб, видимо, получаешь, или я не видел, честно говоря, что. Я было. Старалась подпрыгнуть, то есть, чтобы в прыжке. Угу. А, как-то не получилось. Ты смотри, опять стена такая, но не бьется. Ага. Они специально делают липовые стены. Упс. Какой-то здоровый робот. Успела, да, открыть? Ага. Ага. Ты думала... Ох ты какой. Вау. Это что-то типа босса. Бочки не могу швырять? Нет. Да какого босса? Так себе. Не, ну побить его пришлось прилично. Ау. Закатал. Извиняюсь.
Хо-хо-хо. Да вроде опять ничего нет. Да, пусто. Лифт. Вот. Че это на той стороне? Пункт нашего назначения. Быстро мы. Ах ты! Я. Yeah. Он блокирует локтем, аккуратно. Хо-хо. Такс, сейчас. То расслабился что-то. Рукой оп. Два раза стреляет, если далеко. Рукой машет три раза. Ха-ха. Ему можно вот так делать. В воздухе. В воздухе. Рукой по лицу. О. А-а-а. Вкусная штучка. Сейчас опять отберут на какой-нибудь лифт. Это наверняка. Где вкусняшки? Что такое? Все уже украдено до нас. Стой. Обратно. Упс. Я, походу, свалилась. Да, все. Тут обрыв. Но я же говорю обратно. А у меня полное ХП было, между прочим. Ау. Ну да, умирают здесь быстро. Да и полный ХП. Ну, то есть, а чё бы мне дал, чё бы тебе дало, если бы я обратно пошел? Не, глянуть просто. Экран же закрыло. А-а-а, бомбы! Я такой большой. Здравствуйте. О-хо-хо. Там кто-то нас ждет. Опять ничего, да? Угу, пусто. Ох ты, бабах, сколько вас. Может. Попробуй. Сейчас посмотрим. А их двое тут всего. Блин, не вижу ничего. А, еще прибежали. Ломай его. Ага. Ау! Ага, лучше на подлете сразу. Лови! Опа! Еще есть желающие? Все. Все, кстати, мы пришли. Полное ХП. Давай посмотрим. Вряд ли все так просто. А теперь момент истины. Сейчас Виктор пойдет. По-любому. Виктор прав. Гигантские реликты. В невероятных количествах. Нек? Ну давай. Открой дверь. Прикольно. Да, точно. Вот. Оп. Какие-то не те детали. Точно. Чего-то не хватает. Я не ключ. Тогда что? Как предсказуемо, доктор. Видишь, я говорил.
Стоит только подождать, и они придут. Да, какое разочарование. Я надеялся преодолеть этот барьер. Ну, и что теперь? Вы доказали свою изобретательность, добравшись сюда, доктор. Я надеюсь, что вы поможете мне понять, как пробраться через эту проклятую дверь. Но если Нек не является ключом, он представляет слишком большую опасность. Убрать его! Нормально. Ух ты! Гад! Где там наша лапочка? Хорошо. Кто-то сейчас вернется. Сейчас кто-то схватит. Кому-то придется ответить. Да-да-да. Легендарная страна. Так, ну ладно, я думаю, что можно на этом как раз и закончить тогда серию. Надеемся, вам нравится. Ставьте лайки, оставайтесь с нами. И увидимся. Всем пока. Всем пока.